Очень просто. С вами снова я, Виталий Татаринов. И я, Корней Бондарчук, со своим пернатым другом Аркашей. Да, пернатый друг у нас сегодня контролирует ситуацию полностью. Причем, если вы обратили внимание, друзья мои, Аркадий, он гнездился у меня прямо на голове, где гнездятся иногда даже умные мысли. Так а почему ты все-таки решил с Аркадием прийти? Потому что он мой лучший друг, он меня никуда одного не отпускает. Так-таки и никуда. Ну, он всегда со мной. Когда я готовлю есть, он может даже прыгнуть на горячую сковородку. Ничего себе, рисковый парень твой, Аркадий. Да. Корней непростой парень. Он переводчик с птичьего. Это правда? Вот, например, что это было? Да. Это было «да» на птичьем? Да. А какие ты еще, допустим, фразы знаешь на птичьем? И откуда пошло увлечение птичьим языком? Ну, он меня научил. А, твой пернатый друг. Это значит привет. А вообще, как он относится к сокам? Он пьет. К фруктам. Он ест апельсины, мандарины, морковь, яблоки. То есть он такой всеядный, да? Да. Любитель. И блины иногда поедают. И даже блины. Да. Я предлагаю, друзья мои, сразу перейти к приготовлению волшебного фреша, потому как тема иммунитета, она всегда актуальна, особенно сейчас. Поэтому приступаем, да? Да. Ну а сейчас, друзья мои, мы готовим супер полезный, супер могущественный и прекрасно волшебный сказочный фреш вместе с Аркадиусом и Корнеем. В него входит яблоко, киви. Так. Грейпфрут. Морковь. И гранат. Гранат ты назвал, да? Ну что, приступаем. Включаем механизм. Включаем механизм и начинаем. Так, давай нам, пожалуйста, с чего начнем? С яблочка? Да. Поехали. Яблочко. Эх, яблочко, красота. Ты бросай, Корней, бросай туда такие фрукты, которые ты сам предпочитаешь. Ты и Аркадий. Да. Потому что, как оказалось, друзья мои, не только люди любят такие фрешики, но и птицы. А я... Да, ты, давай поразнообразнее что-нибудь, чтобы у нас ассортимент был. Да, да, да. А я предлагаю сюда бросить немножечко корицы, сдобрить вкус. Нет, нет, нет. Нам нужен очищенный гранат. Очищенный. Да. Сюда. Опа. Красота. Придадим гранатовую нотку в наш фрешик. Так, корица, морковочка и немножко, да, давай, грейпфрут и ноу-хау, немножко пророщенной пшеницы сверху. Вот так вот. Опа, летающая пшеница для Аркадиуса. Так, ну что, давай еще для обилия сока добавим туда, у меня уже слюнки потекли, добавим туда граната. Ой, не граната. Ну хорошо, давай граната. Корицы, еще немножко пророщенной пшеницы. Вот видишь, рифма получается. Еще немножко хурмы. И фреш готов. Пробуем, что у нас получилось. Пробуем? А, запах божественный. Вкусный. Так не терпится, хочется попробовать, ага, да? Вообще. И цвет уникальный. Класс. Что божественно, как друзья. Витаминов. Как тысячи, миллионы, миллиарды, я бы сказал, витаминов. Так. Ну что же, присядем, обсудим. Да. Аркадиус. Опа, он меня клюнул. Это хороший знак. Это значит, что энергия переполняет Аркадиуса, и не только Аркадиуса, но и Корнелиуса, да. И вообще нас. Ну что, как мы себя ощущаем? Отлично себя. Прекрасно. А какой у вас рост, хотел я давно вас спросить. Какой наш рост? А рост наш небольшущий. 38 попугаев, как в одном мультике, и одно попугайское крылышко. А к вечеру, может быть, так немножко поменьше. Хотя в данный момент я не знаю, как подействовал сок. Но это мы посмотрим чуть попозже. Давно хотел тебя спросить, тебя и Аркадиуса, а как вы вообще проводите свое свободное время? Мы проводим время очень часто, уж мне мешает на онлайн-обучении. Каждый раз он со мной на математике или на украинской мове садится ко мне на плечо и начинает мне подсказывать. Я начинаю все это писать, и учитель вдруг меня спрашивает: «А ну, Корней, скажи, что ты написал». Я начинаю все это на птичьем языке диктовать.
Что это означает, эта фраза? Это значит 2 миллиона плюс 2 миллиона равно 4 миллиона. Круто. Напоминаю, друзья мои, что у нас сегодня в эфире не обычный гость, а Корнелиус, переводчик с птичьего. Как учитель реагирует на... Учитель реагирует не очень хорошо, ему не нравится, что постоянно меня отвлекает Аркадий. Я как-то смотрел YouTube, наткнулся на ваш канал и стал слушать песни. Зашел до песни «Эти розы», и Аркаша начал чирикать «Эти розы, эти розы». И сейчас он говорит: «Давай споем эту песню». Любопытно. Ну что, давай споем? Давай. Поддерживаю эту идею. Поехали. Если я покаюсь и твоим ногам голову склоню, эти розы, о тебе роняют слезы, превращая их в хрустальные мечты. И опять, и где-то там бушуют грозы, увлекая нас неведомые сны. И опять, и где-то там бушуют грозы, увлекая нас неведомые сны. И сегодня праздник, только мы с тобой, только я и ты. И такой сюжет нас немного дразнит, и поют нам гимн.